Доброго времени суток! С вами Людмила. Я приветствую вас на своем канале. В этом видео я вам расскажу о том, как мы спасали черепах. Черепахи попали в раколовку. Очень долго были под водой. И так как в этом месте очень много черепах развелось, почему они попадают в раколовки? Мы решили их перевести в другое место, чтобы им было комфортнее. Также приглашаю подписаться на мой канал, кто первый раз зашел, нажать колокольчик. Я снимаю видео о природе. Надеюсь, вам понравятся мои видео. Всем желаю отличного настроения. Итак, смотрите. Не бей так сильно. Выпускаем черепах. Поворачивай ее. Ну вот, одна пошла. Отлично. А моя нет. Твоя не хочет, да? Вот такие у нас черепахи водятся, кто не знает. И пошла, давай, давай. Сейчас, сейчас, так. Одна уже. Ой. Уже, все, все. Так, она там застряла. Надо ее спасать. Юля, ты будешь спасать черепаху? Сейчас она туда булькнется. Не надо, Юль. Юль, не надо. Не-не, она пролезет. Она пролезет. О, пошла. Прошла, да? Первый пошел. Первый пошел. Вот здесь вот они хорошо сейчас должны булькнуть. Так. Операция спасения продолжается, да? Ну, идите, идите. Что вы заставили? Что? Семечки, не оторвешь, так. Юлечка, а ты с прохода уйди, они должны почувствовать. Ага, ага. Вот. Да, ладно. Отнеси меня. Ты где? Ага. Ой, как же медленно ты ползешь. Давай я тебе помогу. Ой, опять мое ой, извиняюсь. Постоянно ойкаю. Так. Поднесла поближе к речке. Ой, знаешь, я боюсь. С детства такого дела. Что-то она не хочет спасаться. Я сейчас подержу. Юль, дай я... Подожди, возле воды не дергаются. Все, поплыла. Ой, ой, наконец-то. Буль, буль, буль. Так, сейчас она сил наберется. И дальше поплывет. Мама, отпусти меня. Мама боится, что ты упадешь в речку. А я туда подплыву. Вот, 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 вот. Пошла, пошла, пошла. Юль, да не надо так сильно спускаться. Я тут запустила. Не держи меня за ногу, а то я булькнусь. Что-то они не это, наверное, устали сильно. Она была раньше. Операция спасения. Операция спасения. А та большая так и стоит на месте. Так, что-то она назад ползет. Да, ага. Она присматривается. Да, она ознакомливается. Ага, шила. Так, так, приходит в себя.
Вообще они должны уплыть куда-нибудь туда, да? Угу. Подальше. На глубину. На глубину. Ну все. Операция закончена. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Итак, операция по спасению черепах закончилась успешно. Все они уплыли на дно речки. Надеюсь, им там будет комфортнее, потому что там намного больше еды, и они больше не попадутся в никакие раколовки. Всем спасибо за просмотр!